В среду вечером перед зданием мэрии зажглись огни десятков экранов мобильных телефонов. Таким образом, бельчане решили поддержать участвующих в голодовке советников нашей партии. Акцию устроили ребята из молодежной организации «Новое поколение». Молодежная организация нашей партии «Новое поколение» проявила желание, инициативу поддержать советников, которые были вынуждены бросить свои семьи голодать в стенах Приморьи. Здесь сотни людей, которые зажгли фонарики света для того, чтобы будущее страны было, чтобы будущее страны могли строить мы, молодежь, новое поколение, чтобы мы могли здесь жить, чтобы мы могли здесь учиться, оставаться рядом со своими близкими. Мы пришли поддержать сюда тех людей, которые дали возможность многим ребятам развиваться, проявлять себя в различных сферах, в общем, быть лучшими, потому что бельцы в очередной раз доказали, что мы лучшие. Молдова вновь может гордиться своими гражданами, потому что пока мы есть, мы не оставим эту страну на произвол судьбы. Пока есть такие люди, которые готовы бороться до конца, а не говорить о том, что у них нет полномочий, это у нас есть определенное будущее, и я уверен, что эти люди заслуживают эту поддержку, и все обязательно будет хорошо. Astăzi organizația de tineret a venit din Chișinău pentru a susține consilierii municipiului Belț. Ei sunt un exemplu pentru întreaga republică. Ceea ce ei arată prin greva de foame pentru toți cetățenii. Noi susținem ideea grevii de foame, noi vă susținem, o să fim până la urmă cu voi și o să mergem înainte, până la ultimul pas. В здании примарии Бельц объявили голодовку более 20 муниципальных советников нашей партии. Они решились на крайнюю меру в знак протеста против произвола республиканских властей в отношении Бельц. Одно из требований голодающих – прекратить террор и репрессии, которым подвергаются муниципальные советники нашей партии и их родственники.